Я Родион Чепель. Я Ксения Собчак. Я Алексей Пивоваров. 1 марта 1995 года убили Влада Листьева. В тот день он вышел последний раз в прямой эфир и сказал, поздравил всех с приходом весны и сказал, что с весной у всех связано много надежд, и надежда умирает последней. Сегодня у нас тоже есть надежда. Мы, так получилось, сняли независимо друг от друга три фильма расследования про убийство Влада. И независимо друг от друга, если не пришли к одинаковым выводам, то поняли, что у нас одни и те же вопросы. Мы требуем, чтобы господин Бастрыкин и господин Краснов придали этому делу особый статус. Мы искренне считаем, что возможно найти убийцу и раскрыть это дело.